Дорогие друзья, земляки николаевцы, совсем скоро наступит новый 2013 год, и у нас в Москве традиционные куранты на Спасской башне Кремля взвестят о том, что он наступил. И очень хочется пожелать, чтобы в новом году у всех у вас было как можно больше поводов для радости, удач, веселья и как меньше огорчений, тревог. Пусть в этот новый год друзьями мы чаще прирастать могли, сплетаясь общими корнями из николаевской земли. И пусть печали и тревоги всех нас обходят стороной, чтобы не нашлось пути дороги, где нам не разойтись с бедой. Но если вдруг беда случится, пусть с нами рядом будет тот, кто все отбросит и примчится, и нас поддержит, и поймет, и нас вернет былой удачи одним движением руки. Да разве может быть иначе? Так с Новым годом, земляки! Так, и...